Здравствуйте, в студии Анна Туполева. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях экономики Донского региона. Итак, сегодня в программе. Надежные, мощные, трудолюбивые. Отечественные вертолеты пользуются спросом во всех странах. К 2020 году холдинг «Вертолеты России» планирует занять уже 20% мирового рынка. Ключевая роль в этом отводится флагману донской экономики «Росвертолу». На этой неделе предприятие с размахом отпраздновало 75-летний юбилей. Мария Индрикова расскажет подробнее. Он, конечно, не помнит, как все начиналось, но проработал на заводе без малого полвека. Борис Слюсарь пришел на завод 17-летним мальчишкой, многие годы успешно руководил предприятием и только в этом году решил занять почетную должность председателя совета директоров «Росвертола». Завод кардинально изменился за последние 10 лет, говорит он. Рабочие, те, которые там за станком стоят, белые рубашечки, красивые и так далее, зарплата 70 тысяч, он делает, и высокая ответственность, потому что станки дорогие, нужна жесткая ответственность, изготавливает сложные детали. Мы изготавливаем из различных сплавов, особенно с магния, это требует особого подхода и особого профессионализма. Поэтому сейчас, если так сказать, коллектив – это другое качество. Сегодня предприятие выпускает самые конкурентоспособные винтокрылые машины в мире. А ведь начиналась деятельность «Росвертола» в 1939 году с выпуска деревянных авиационных пропеллеров. В годы войны здесь строили самолеты, выпускать вертолеты начали только в 1956-м. Именно в Ростове был собран первенец отечественного серийного вертолетостроения «Ми-1», на котором установлено 27 мировых рекордов. Всего же на «Росвертоле» создано 12 базовых моделей вертолетов и их различных модификаций. В том числе успешно зарекомендовавший себя во многих горячих точках боевой вертолет Ми-24, а также самый грузоподъемный в мире многоцелевой вертолет Ми-26М. Сегодня «Росвертол», обладая мощным научно-техническим и кадровым потенциалом, является одним из ключевых предприятий авиастроительного комплекса России. Во всем мире известны сверхтяжелые вертолеты Ми-26Т, высокоманевренные ночные охотники и вертолеты огневой поддержки Ми-35М. А вскоре будет запущено серийное производство новой учебно-боевой машины Ми-28НЭ с двойным управлением, созданной на базе ночного охотника. Самое главное – иметь высокоточное оружие, то, которое должно, как модно сейчас говорить, попадать в форточку. Это первое. Второе – он должен летать в любую погоду. Третье – его качество – он летает очень низко, на высоте 20 метров, и огибает рельеф. А чем ниже, тем его высокое, его не так просто поразить. Понимаете? Его не виден ни средством ПВО, ничего и так далее. Ну и, конечно, ночью должен летать. В обязательном порядке, потому что сейчас война идет и день, и ночь. Машина современная, отвечает всем требованиям. Американские винтокрылые машины «Слюсарь» называют балеринами, а наши – рабочими лошадками. В юбилейный год открывается новая страница в интеграции «Росвертола» в состав холдинга «Вертолеты России». Предприятию предстоит стать основой нового вертолетного кластера. Когда завод только создавался, вокруг «Росвертола» были только сельскохозяйственные поля. Сейчас фактически «Росвертол» – географический центр города. И нашим новым вертолетам, ночному охотнику, уже становится тесно при испытании в центре города. Постановлением правительства Российской Федерации задан новый вектор развития нашего предприятия. Передан военный аэродром «Батайск». Нашему коллективу предстоит в будущем создать новую летно-испытательную станцию, построить новые корпуса и производить новые вертолеты. Я думаю, что наш коллектив с этой задачей справится. И в этом можно не сомневаться. Предприятие четко выполняет гособоронзаказ, выпускает партии вертолетов на экспорт и загружено заказами на 10 лет вперед. На торжества приехали и китайские партнеры. В нашей провинции очень много леса, и нам нужно его сберечь от пожаров. Поэтому мы покупаем в Ростове тяжелые вертолеты Ми-26. Пока мы смогли купить только один вертолет. Но есть и хорошие новости. В прошлом месяце мы подписали контракт на поставку 4 вертолетов Ми-26. Ростовский вертолетный завод – ровесник области и символ промышленной мощи региона. А потому юбилей завода – важная дата не только для его сотрудников.
Поздравляю всех ростовчан с таким большим праздником. Приоритет вертолетный наш вот в мире. А Ми-26 это национальная гордость. Ни у кого нет таких, ни у американцев, никого. Пусть знают наших. Мария Индрикова, Станислав Фоменко. Главное – бизнес. Мелкий шрифт вне закона. С 1 июля в силу вступил новый закон о потребительском кредитовании. Документ значительно расширяет права заемщиков и защищает от некоторых популярных у банков уловок. Например, если товар, купленный на потребительский кредит, оказался некачественным, то продавец обязан будет вернуть не только деньги по чеку, но и возместить уплаченные проценты. Квадратная рамка в правом верхнем углу страницы станет местом для написания полной стоимости кредита. Под нее должно отводиться 5% от общей площади листа договора. Кроме того, теперь банки не могут навязывать клиентам программы принудительного страхования. Страховую фирму человек сможет выбирать самостоятельно. Еще одна норма закона предоставила потребителям право отказываться от нецелевого потребительского займа в течение 14 дней, а от целевого в течение месяца с момента оформления. Другие новости коротко в информационном дайджесте. Новочеркасская ГРЭС заявила о проведении конкурса на нового поставщика угля. Причина – отказ украинского холдинга ДТК продлевать контракт на поставку топлива. Об этом сообщает РИА Новости. Как заявил агентству пресс-секретарь ОГК-2 Дмитрий Филатов, в 2014 году поставок угля с Украины не будет. По его словам, в связи с этим Новочеркасская ГРЭС может перейти на высококалорийный уголь, если цена на него будет приемлемой. Победителя конкурса ОГК-2 определит в середине июля. Предпочтение будет отдаваться ростовским компаниям. Группе компании «Дон Плаза» не хватает 400 миллионов рублей на достройку международного конгресс-центра «Хаят». Проблема возникла из-за изменения курсов валют, пишут ведомости. Руководство компании обратилось к правительству Ростовской области ходатайствовать перед ВЭБом об увеличении объема кредитования. «Дон Плаза» вложила в проект 1,5 миллиарда рублей собственных средств. Внешэкономбанк выдал на строительство гостиницы свыше 3 миллиардов. На сегодняшний день практически полностью возведен каркас здания – 16 надземных и 2 подземных уровня. В этом году на переселение людей из аварийного жилья Ростовская область планирует направить 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. На данные средства область намерена переселить 952 семьи и ликвидировать почти 36 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда. В Ростове подвели итоги конкурса молодых предпринимателей «Стартап Дон». Из сотни заявок эксперты выбрали лучшие бизнес-идеи и проекты. Чтобы дать им дорогу в жизнь, авторам самых перспективных окажут всестороннюю поддержку. Анна Ларченко продолжит. Из 100 заявок, опубликованных в интернете путем онлайн-голосования, были отобраны 25 наиболее интересных и перспективных. Их авторы – студенты и молодые предприниматели до 30 лет. Конкурс «Стартап Дон» дает возможность не только молодежи начать свое дело, но и действующим предпринимателям развить свой бизнес. У нас своя веб-студия. Вот, в общем-то, достигли за год существования достаточно серьезных успехов. В рамках данного конкурса хотим представить свою идею, да, которую хотим выделить либо в отдельный бизнес, либо как отдельное направление, которым мы будем заниматься. Обойти конкурентов непросто. За 2 минуты видеопрезентации участники должны убедить конкурсную комиссию из числа представителей банков, объектов инфраструктуры и бизнес-сообществ в том, что именно их идеи имеют право на жизнь и способны приносить деньги. Мотивация достойная. Победители всесторонне поддержат в бизнес-начинании. На сегодняшний день мы стараемся увидеть эти бизнес-планы и оказать им всестороннюю поддержку, которая реализуется правительством Ростовской области. Это и имущественная, прямая финансовая, организационная, образовательная поддержка. Для нас очень важно, чтобы молодые предприниматели пошли в жизнь с полным багажом знаний. Светлана Камбулова подчеркивает, итогом конкурса являются зарегистрированные субъекты малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день именно ими произведена 6-я часть валового регионального продукта. Кроме того, в донскую экономику вливается свежая струя инноваций и креативных идей. Любая новая идея, на мой взгляд, она может значительно повлиять на развитие донской экономики в целом. Поэтому, особенно если это новая, если это инновационная идея, современная идея, конечно же, она окажет свое действие, оставит свой след в донской экономике.
По вопросам поддержки молодежного предпринимательства Донской регион также в числе лидеров. Конкурс «Стартап Дон» проходит в рамках федеральной программы «Ты предприниматель», которая реализуется во всех субъектах России. По оценке ее реализации, Ростовская область входит в десятку лучших регионов страны. Анна Ларченко, Андрей Токарев. Главное – бизнес. И на сегодня это все. До встречи на нашем канале завтра в это же время. Главное – оставайтесь с нами.